Всем привет! Меня зовут Джибек Кенджибекова. Я являюсь юристом инициативной группы в рамках закона. И сегодня мы вместе с Баштам Башта поговорим о том, как правильно надо голосовать. Первое. Убедитесь, что вы взяли с собой паспорт и маску. Второе. Придите на свой избирательный участок. Третье. Старайтесь соблюдать дистанцию в очереди. Четвертое. Пройдите идентификацию по вашим биометрическим и персональным данным. Пятое. После прохождения идентификации получите чеки о прохождении идентификации. Так как вы будете делать два выбора, то вам должны выдать два чека. Затем обменяете данные чеки на бюллетени для голосования. Проверьте правильность ваших данных в списках избирателей. Если все указано верно, распишитесь. Затем перейдите в специально оборудованную урну для голосования. Проверьте, чтобы в урне и в ближайшие 1,5 метра не было посторонних людей. Ознакомьтесь с бюллетенями и поставьте отметку в том квадратике, за который вы хотите проголосовать. Далее положите ваши бюллетени по очереди в автоматически считывающую урну с пометками вниз. Убедитесь, что ваши бюллетени успешно упали в осу. Если члены УИК или оператор вам скажут, что ОСУ не работает и имеется акт о сбое, в таком случае вы должны будете положить ваши бюллетени в стеклянные урны. С вами была Джибек Кенджибекова, юрист инициативной группы в рамках закона вместе с Баштан Башта. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях к этому видео.